продолжаю делать сегодняшнее видео. Как обещано, получила я посылки еще. И хочу вам показать. Вот, купила лот я. Такой из нескольких вещей меня привлекла вот эта вот камея. Да, потому что камеи я не очень-то в них понимаю, не очень они мне нравятся, но вот такая она. Она была очень грязненькая, я ее почистила. Тут еще следы патины, я просто грязь сверху стерла. Вот такой вот замочек, немножко подправила иголочку. И здесь написано Made in, ну, по-моему, Чехословакия. Я не очень могла прочитать. Крутила ее, вертела, но она вот такая интересная. Такая милая девушка на камее. Нам попалась. Вот. Потом с ней продавалась вот такая брошечка. Да, вот такая. Замочек работает. Все хорошо. Вот такая брошечка красивенькая тоже. Ажурное производство. Не знаю чье. Такой песик с марказитами. Вот камешки марказита одного здесь не хватает. Вот здесь вот одного нету, да. Вот такой вот песик. Пудель. И застежечка. Тоже маркировок нету. Ну, возраст я не знаю какой. Такой вот. Думаю, хорошо видно всем. Ну, и еще брошечка. Вот такая была в этом же лоте. Да. Ну, тут камешки. Брошечка простая. Без маркировок. Тоже немножко перегнутая. Но сейчас я не буду ничего выравнивать, потому что боюсь поломать. Вот. И последняя брошка в этом лоте была вот такая. Она как бы квадратная, но одевается вот так. Вот. Камешки бирюзовые, красивые очень. Такая она, ну, не очень большая по размеру. Такая брошечка. Вот. Ну, купила я этот лот вот именно из-за этой вот камеи. Она так интересно сделана. Одна площадка, потом вторая. Вторая, не знаю, как будто бы покрашена. И вырезана еще девушка симпатичная такая. Вот. Не знаю, это, по-моему, стекло или пластик. Не знаю. Вот. Потом пришли мне сегодня еще вот такие камешки я купила. Да. Купила их отдельно, потому что мне нужны были камешки. Да, и указаны они были у продавца как сапфириты. Да, ну, я так не знаю, но вообще очень похоже. 8 штучек было вот таких вот. Сейчас покажу вам поближе. Вот. Ну, надеюсь, хорошо видно. Сейчас посмотрим. Сама тоже посмотрю. Видно, не видно. Вот такие, видите они? Их 8 штук. Ну, я такие вроде бы брошки видела. Именно с такими камешками. И тоже шли они, что это сапфириты. Ну, не знаю. Но я купила. Так как я ими увлекаюсь, мне нужны были камешки. По размеру они мне, конечно, маловаты, но ничего. Теперь купила еще такой лот. Там в одну, у одного продавца купила 3 лота. И посылка потерялась. Значит, 1 числа, смотрю, посылка вроде бы доставлена. И даже стоит моя подпись. Ну, типа не моя, а подпись, что покупатель получил. А в итоге нету. Ну, мы пошли на почту, все там узнавали. Сегодня принесли нам посылку. Хотя было как будто бы 1 числа мы ее получили. В общем, не без приключений. Ну, вот такая розочка. Розочка такой, не знаю, не пластик, но какой-то другой такой. Розочка симпатичная очень. Я розы люблю. Поэтому мне нравится. Потом вот такая розочка. Эта розочка хорошенькая, но видите, у нее отбит листочек. Да. Вот так. Не знаю даже, как сделать. Или до конца его оторвать, или... Ну, подумаю, что сделать. Ну, это такая вот более современная брошка. Такой металл.
не знаю, как он называется, не металл, а материал, господи, металл, материал, не знаю, как называется, но вот такой вот он. Вот. Потом в этом же лоте были еще вот такая брошечка, не знаю, какого она года, ну, типа пластик, наверное, вот такой вот. Такая застежка, застежка работает. Вот так можно и так носить. Ну, брошечка симпатичная, только надо помыть. Вот такая у меня есть уже одна. Ну, как бы выбирать не приходилось, потому что я там хотела купить две другие брошки, они мне нравились. Но это тоже хорошая брошечка. Вот. Это бледноватая, моя поярче. Потом найду, покажу, если надо все сложить вместе. Замочек работает. Да, все хорошо. Видите, вот так вот. Вот. Такая брошечка, да? Потом, значит, есть еще вот из-за чего я купила. Вот из-за такой вот тети. Тут что-то вот расплавленное, но ничего. Видите, тюльпаны. Торговка, что ли, тюльпанами такая. Или дюймовочка, не знаю. Ну, вот она. Вот такая. Нам досталось. Я хотела такую себе брошечку, чтобы у нас такая была. Тем более, когда была вот эта розочка, а это вот мне как бы понравился. И вот такая в тему к этой розочке, к этим тюльпанам, вернее, были еще вот такая. Вот такая брошечка тоже с туфлей. С этой стороны вот так. Вот она, я так понимаю, одного года и одного производителя, потому что, видите, замочек практически одинаковый, ну и как бы они подходят, их, мне кажется, даже можно вместе носить. Эта туфля и это какая-то тут такая вот, не знаю, лодка. Так что вот, вот это вот, это второй лот, один из лотов, которые куплены у продавца одного и того же. Да, теперь у него я еще купила один лот. Там вот такая собачка была. Собачка очень тяжелая. Тоже маркировок никаких на собачке. Замочек застегивается, работает, все хорошо. Но собачка очень-очень тяжелая. Это не камешки, это эмаль. Такая собачка. Это второй лот. Потом вот такая бабочка. Вот. Видите? Ну, тоже ничего особенного. Не маркировок. Эмаль. Ну, красивая. Вот. Еще семейка пингвинов. Здесь тоже, видите, все хорошо. Работает. Тоже маркировок нету. И вот такое семейство пингвинчиков. Черная эмаль с золотом. И глазки блестят, камешки в глазках. Такая корзиночка с тюльпанчиками, тоже без маркировок, видите, маркировок тоже нет. Значит, вот такой вот клоун забавный, клоун с эмалью, и тут вот золотые такие вот обведено, жабо, колпак. Ну, клоунов я не очень-то тоже, ну, как бы, ну, просто он был. И он хорошо сделан. Его можно носить вот на цепочке. А можно вот так вот, как брошку. Ну, вот такой вот. И этот второй вот я купила. Ну, в принципе, эти вещи тоже ничего. Если этот из-за вот этих вещей первый, то второй вот из-за этой брошечки Кикс-Холли. Если я правильно произношу. Вот. Я знала, что это она, потому что они отличаются. У меня одна есть, и это вот другая. Вот видите, там написано. И так она потерта, конечно. Очень интересно сделано. Видите, с этой стороны звездочки. Тут месяц, вот опять звездочка. Такая девочка. Фея. Работает замочек. Так вот. Ну, вот это второй лот из посылки, которая с приключениями. И тут болтающийся камешек.
это за нее я купила. Вот. Ну, в принципе, все такие вещи. Лоты были не очень дорогие. Ну, это относительно, конечно, смотря к чему. Поэтому вот так вот. И вот камешки. И вот это. Вот. Больше всего, конечно, меня радуют камешки. Ну, вот показала вам еще один лот, который хотела сегодня. Там будет продолжение. Не знаю, сниму я сегодня видео или нет. Посмотрю. Ну, заходите, пожалуйста, на мой канал. Буду вас ждать. Заходите, смотрите на наши украшения. И на наши камешки. До встречи.